Опасная доверчивость. В Ивано-Франковской области орудуют телефонные мошенники. В полицию обратилась одна из местных жительниц. Неизвестные по телефону сообщили о том, что она якобы выиграла 380 тысяч гривен. Но чтобы получить эти деньги, должна заплатить налоги и покрыть комиссию за перевод на счет денег. А это почти 8 тысяч гривен. Жінка довго не роздумуючи взяла відповідну суму та перерахувала через платіжний термінал та на вказаний банківський рахунок. Після чого зв'язок із представником фірми обірвався. Вона зрозуміла, що її обдурили та одразу звернулася до правоохоронних органів. И еще два человека лишились денег в Тернопольской области. Оба получили СМС о том, что банковская карта заблокирована, и сообщили мошенникам свои реквизиты. По данным киберполиции, таким образом у украинцев ежедневно выманивают сотни тысяч гривен.